Он пригвожден к кресту, свисают ноги. Все три распятия равной высоты. Христос не в центре, он всего лишь третий. Он с черной бородой и не похож на поздние свои изображения. Суровый иудей. Я не встречал его ни разу, но искал годами. И сколько б ни осталось, буду впредь. Хорхе Луис Борхес. Христос на кресте. В семье, где родился Борхес, говорили по-испански и по-английски. Читать он даже раньше выучился на английском и в 10 лет уже перевел сказку Оскара Уайльда. Я часто думал, на каком языке я стану умирать? Наверное, на испанском. Хотя, кто знает. Я могу цитировать какие-нибудь немецкие, латинские стихи, и вдруг в один момент все, что думаешь, полетит к черту. Очень важно, на каком языке умираешь. Ведь существует некое подобие смерти. Сны. Я очень редко вижу сны на английском. Как правило, мне снятся сны на испанском. Это одно из его поздних интервью. Он сказал тогда, что в нем, кроме английской крови и испанской, течет еще кровь басков, португальцев и, возможно, евреев. Поэтому, конечно, его сразу спросили, наследником каких культур он себя ощущает. Думаю, прежде всего, это Греция и Израиль. Все западные люди, в сущности, евреи и греки. Ведь без Библии нас не было бы. Равно, как и без Платона и досократиков. Остальные народы можно не принимать в расчет. Перерыв дом, все еще окруженный водой, он обнаружил Библию на английском языке. Листая том, он попал на первую главу Евангелия от Марка. Думая поупражняться в переводе и, кстати, посмотреть, как это покажется Гутри, он решил прочесть им несколько страниц после ужина. Его слушали до странности внимательно и даже с молчаливым интересом. Видно, золотое тиснение на переплете придавало книге особый вес. «Это у них в крови», — подумалось Эспиносе. И заодно ему пришло в голову, что люди, поколение за поколением, пересказывают всего лишь две истории о сбившемся с пути корабле, кружащем по Средиземноморью в поисках долгожданного острова, и о Боге, распятым на Голгофе. Хорхе Луис Борхес. Евангелие от Марка. События этого рассказа произошли в поместье Тополя в конце марта 1928 года, начинает Борхес. Главным героем их был студент-медик Валтасар Эспиноса. Не забегая вперед, назовем его рядовым представителем столичной молодежи. Его открытый ум не изнурял себя работой. И в свои 33 года он все еще не получил диплома, затрудняясь в выборе подходящей специальности. Это почти автопортрет. Хорхе тоже немного вечный студент, недоучившийся в Европе из-за мировой войны и переживший там увлечение идеями. В Испании я написал «Красные псалмы», сборник стихотворений, восхвалявших русскую революцию, братство людей и пацифизм. Эту книгу я уничтожил еще перед возвращением. Получив сложное религиозное наследие, Борхес называл себя агностиком, но уточнял, что быть агностиком – это значит, что в этом мире все возможно, даже Бог, даже Пресвятая Троица. Отец, неверующий, как все порядочные люди того времени, посвятил его в учение Герберта Спенсера, а мать заставила поклясться, что он будет каждый вечер читать «Отче наш» и креститься перед сном. За многие годы он ни разу не нарушил обещанного. Соглашатель в душе, он был складом, мягко говоря, спорных, а точнее избитых мнений. Когда двоюродный брат пригласил его провести лето в Тополях, он тут же согласился. И не от того, что ему нравилась жизнь за городом, а по природной уступчивости и за неимением веских причин для отказа. Хорхе Луис Борхес. Евангелие от Марка. Брат вскоре вернулся в столицу, чтобы закончить какую-то сделку, а Эспиноса предпочел остаться со своими учебниками и семейством управляющего по фамилии Гутре. Отец
на редкость неуклюжий сын и дочь неясного происхождения. Все трое рослые, крепко сколоченные, с рыжеватыми волосами и лицами слегка индейского типа. Они гаучо. Выходцы из Шотландии. Наверное, нанявшись в батраки, они осели в Новом Свете, перемешали свою кровь с индейской, разучились писать и забыли английский язык. В Бога они не веровали. Но как тайный знак несли в крови суровый фанатизм кальвинистов и суеверия индейцев. И вот ливень запер его с ними в тополях. Стояла невыносимая духота, и даже ночь не приносила облегчения. Как-то поутру его разбудил гром. Спиноса услышал первые капли дождя и возблагодарил Бога. К вечеру Салада вышла из берегов. Утром, глядя с галереи на затопленные поля, он подумал, что сравнение пампы с морем не слишком далеко от истины. Ливень не унимался. В усадьбу поместья вели 4 дороги. Все они скрылись под водой. Хорхе Луис Борхес. Евангелие от Марка. Мое первое настоящее знакомство с пампой произошло году в 1909-м, во время поездки в имение наших родственников. Помню, ближайший к нам дом казался каким-то пятнышком на горизонте. «Бескрайние эти просторы, — сказали мне, — называются пампа». А когда я узнал, что батраки на фермах – это гаучо, это придало им в моих глазах особый орел. Я всегда приходил к знакомству с реальностью через книги. Однажды утром мне разрешили поехать верхом с гаучо, гнавшими скот к реке и обратно. Это были низкорослые, смуглые парни в широких обвисающих штанах. Когда я спросил, умеют ли они плавать, мне ответили: «Вода существует для скота». Моя мать подарила дочке управляющего куклу в большой картонной коробке. Приехав в следующем году, мы спросили, как поживает эта девочка. «О, кукла для нее такая радость!» Сказали нам и показали куклу. Все еще в картонной коробке, она висела на стене как образ. Девочке, ясное дело, разрешали только смотреть на нее, но не трогать, а то ведь можно запачкать или сломать. Сначала он не доверял семейству и спрятал 240 прихваченных с собой песо в одном из учебников. Теперь, за отсутствием хозяина, он как бы занял его место и не без робости отдавал приказания, которые тут же исполнялись. Гутре ходили за ним по комнатам и коридору, как за поводырем. Читая, он заметил, что они тайком подбирают оставшиеся после него крошки. Как-то вечером он застал их за разговором о себе, немногословным и уважительным. Закончив Евангелие от Марка, он думал перейти к следующему. Но отец семейства попросил повторить прочитанное, чтобы лучше разобраться. «Они словно дети», — почувствовал Спиноса. «Повторение им приятней, чем варианты или новинки». Хорхе Луис Борхес. Овечка, которую дочь баловала и украшала голубой лентой, как-то поранилась о колючую проволоку. Гутре хотели наложить паутину, чтобы остановить кровь, но Спиноса воспользовался своими порошками. Для ковбоев это уже было просто чудотворством. Вдобавок, Валтасар отрастил бороду, и они окончательно приняли его за Христа. Отец спросил, правда ли, что Христос принял смерть, чтобы спасти род человеческий? Спиноса, который сам не верил, но чувствовал себя обязанным держаться прочитанного, сказал: «Да, спасти всех от преисподней». «Что такое преисподняя?» «Место под землей, где души будут гореть в вечном огне». «И те, кто его распинал, тоже спасутся?» «Да», — ответил Спиноса, не слишком твердый в богословии. После завтрака Гутре попросили еще раз прочесть последние главы. Хорхе Луис Борхес. Евангелие от Марка. Это была пятница. В понедельник Спиноса видел во сне потоп и проснулся при стуке молотков, сколачивающих ковчег. «Грозой снесло крышу сарая», — рассказали Гутре. Они ему потом покажут, только укрепят стропила. И вот конец. Все трое шли за ним.
Преклонив колено на каменном полу, они попросили благословения. Потом стали осыпать его бранью, плевать в лицо и выталкивать на задний двор. Девушка плакала. Эспиноса понял, что его ждет за дверью. Открыли. Он увидел небо, сарай стоял без крыши, из сорванных стропил было сколочено распятие. Мне подсказал этот рассказ один из друзей. Как мне помнится, он видел во сне человека, читающего Евангелие каким-то сельским жителям, землепашцам. Не знаю, много ли от сна уцелело. В то же время мне бы хотелось переписать рассказ, чтобы было совершенно ясно. Я не перечитывал его с тех пор и не помню, насколько это из текста понятно. Что герой умирает добровольно. Что он сообщник тех, кто его распинает. Как и Христос был сообщником тех, кто распинал его. Его миссия состояла в том, чтобы быть распятым. Хорхе Луис Борхес. Из позднего интервью Антонио Каризо. «Если бы меня спросили о главном событии в моей жизни, – пишет Борхес, – я бы назвал библиотеку отца. Мне порой кажется, что я так и не вышел за ее пределы. Она находилась в отдельной комнате с застекленными шкафами и насчитывала, наверное, несколько тысяч томов. Будучи очень близоруким, я забыл большинство лиц, знакомых мне в те времена, но живо представляю себе гравюры энциклопедии. Ему было 37, когда слег отец, и настала пора вносить свою лепту в домашний бюджет. И он пошел в библиотекари. Нас было человек 50, и выполняли мы работу, с которой легко бы справились 15. В первый день я добросовестно трудился, а на второй один из коллег, отведя меня в сторону, сказал, что этим я их подвожу. Поскольку каталогизация затеяна с целью дать нам видимость работы, вы нас сделаете безработными. Сотрудники-мужчины интересовались только скачками, футболом и сальными историями. Помню, один из них заметил в энциклопедии имя некоего Хорхе Луиса Борхеса и был очень удивлен фактом совпадения наших имен и дат рождения. Время от времени муниципальных служащих награждали подарком в виде пачки мате, которую можно было унести домой. Порой вечерами, когда я шел пешком 10 кварталов до трамвая, глаза мои были полны слез. Жалкие подарки властей только подчеркивали убожество и беспросветность моего существования. Каждый день, едучи туда и обратно, я несколько часов штудировал «Божественную комедию». Я был ослеплен этой книгой настолько, что вся остальная литература показалась мне случайной, случайным даром. А потом, в сочельник 38-го года, когда умер отец, с Борхесом произошел несчастный случай. Он ударился головой, поранился, началось заражение, больница, месяц он провел без сознания. Когда начал поправляться, мама стала читать ему вслух Клайва Льюиса. Две или три ночи я все отказывался слушать. Наконец мать меня уговорила, и я, прослушав одну или две страницы, заплакал. Мать спросила о причине моих слез. «Я плачу, потому что понимаю», — сказал я. До того я написал немало стихов и десятки коротких рецензий. Я думал, что если теперь я попытаюсь написать рецензию и не смогу, это меня убьет. Но если попробую сочинить что-то, чего прежде не писал, и не справлюсь, удар будет менее тяжким. И я решил попытаться написать рассказ. Хорхе Луис Борхес. Мой кафкианский рассказ «Вавилонская библиотека» был задуман как кошмар. Чудовищное увеличение нашей муниципальной библиотеки. Некоторые детали в тексте имеют отнюдь не символическое значение. Сказал он в интервью, как бы разом отвечая всем толкователям этой метафоры, включая Умберто Эко, который разыгрывает главную драму имени Розы именно в этом книжном лабиринте. В автобиографии Борхес говорит, что 9 лет на этой работе были худшими в его жизни. Но в другой раз
что он всегда воображал похожим на библиотеку рай. Вселенная, некоторые называют ее библиотекой, состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей. Библиотека существует извечно. В этой истине прямое следствие, которой грядущая вечность мира, не может усомниться ни один здравый ум. Человек, несовершенный библиотекарь, мог появиться в результате случая, но Вселенная, с ее изящными полками, загадочными томами, несчетными лестницами для странника и уборными для оседлого библиотекаря, может быть только творением Бога. Хорхе Луис Борхес. Вавилонская библиотека. В 1946-м к власти пришел президент, чье имя я не хочу называть. Вскоре после этого меня почтили уведомлением. Я получил повышение. Меня переводят на должность инспектора по торговле птицей и кроликами на городских рынках. На другой день я подал прошение об отставке. Моя сестра и один из моих племянников провели месяц за решеткой. За мной самим постоянно ходил хвост, которого я вначале уводил на долгие бесцельные прогулки, а в конце концов подружился с ним. Он признался, что тоже ненавидит Перона, но должен выполнять приказ. В 1955-м военные скинули диктатора, Борхеса назначили директором Национальной библиотеки. Это великолепная ирония судьбы, подарившая мне одновременно 800 тысяч книг и вечный мрак. Слепота надвигалась на меня постепенно, с детских лет, подобно неспешным летним сумеркам. Начиная с 1927 года я подвергся 8 операциям на глазах, но уже в конце 50-х не мог ни читать, ни писать. Кто в зеркалах таится отражением, когда немею перед амальгамой? Что за старик безмолвно и упрямо глядит из них с усталым раздражением? Во тьме свои безвестные черты я ищу рукой, нежданный отсвет краткий. Я твои вдруг различаю прятки, седые или снова золотые. «Ты потерял лишь внешние личины», — ответит Мильтон на мои вопросы. «Суждение достойное мужчины, но как забыть про книги или розы? Свое лицо, увидевши воочию, я знал бы, кто я нынешнюю ночью». Хорхе Луис Борхес. «Слепой». Писатель и любой человек должен воспринимать случившееся как орудие. Это дается нам, чтобы мы преобразились, чтобы из бедственных обстоятельств жизни создали нечто вечное. Перефразируя Сократа, кто может лучше познать самого себя, чем слепой? Луна не знает, что она луна, и светится, не ведая об этом. Песок песку непостижим, предметам не осознать, что форма им дана. Не сходен мрамор выщербленной гранью, ни с отвлеченной пешкой, ни с рукой ее точившей. Вдруг и путь людской, ведущий нас от радости к страданию, орудие другого, он незрим. Здесь не помогут домыслы о Боге, и тщетны колебания, тревоги, и плоские мольбы, что мы творим. Чей лук, стрелой летящую поныне, послал меня к неведомой вершине? Хорхе Луис Борхес. «Неведомая». Слепота сроднила его с создателями «Одиссеи» и «Потерянного рая». Он перенес удар стоически. Более того, оставаясь почитателем неведомого Бога, он стал усерднее искать Бога воплотившегося. В труде Августина Блаженного о граде Божием, говорит Борхес в интервью, есть красивейшая метафора. Крест Христов спасает от кругового лабиринта стоиков. Это легко увидеть, правда? Крест, вписанный в круг. Хорошо, что Августин увидел это. Великий писатель. Писатель-романтик. Его доказательства таковы.
Если история циклически повторяется, должно циклически повторяться и распятие. Тогда Бог окажется фокусником, беспрестанно показывающим один и тот же номер. Именно это не нравилось Августину. Он не хотел, чтобы история была цикличной. Чтоб Иисус оказался одной из фигур в этом круге, и его самопожертвование, многократно повторенное, утратило ценность. Хорхе Луис Борхес. Он до конца дней продолжал сочинять свои короткие чеховские рассказы, стихи. Одно из последних написал, когда ему было 85. Оно называется «Христос на кресте». Тут все неверие века. Все попытки представить Бога-человека просто добрым, обманувшимся учителем. Но вместе с тем и глубокое сострадание. И, похоже, прощание самого Борхеса с маловерием. Он мучится, не проронив ни звука. Изранен лоб колючками венца. Ему не слышно, как над ним смеются. Агония не вновь для толпы. Не все ли равно, его или другая? Он пригвожден к кресту. Мелькают мысли о царстве, обещанном ему, о женщине, потерянной навеки. Ни гностиков, ни богословов он не знает, ни единого в трех лицах, ни оккамового лезвия, ни храмов, ни литургии, ни порфир, ни митр, ни гутрума, крещенного мечом, ни палача и гибнущих за веру, ни крестоносцев и ни Жанны д'Арк, ни пап, благословляющих оружие. Он знает, что не Бог, а человек, и что умрет, но мучает не это, а сталь гвоздей, вот что больней всего. Ведь он не грек, не римлянин, он стонет. Нам остаются дивный блеск метафор и таинство прощения, без следа стирающего прошлое. Так пишет один ирландец, брошенный в застенок. Душа, томясь, торопит свой конец. Смеркается. Его уже не стало. Лишь муха проползает по плечу. И что мне кажется в его мучениях, когда я сам здесь мучаюсь сейчас? Хорхе Луис Борхес. «Христос на кресте». «Задача литературы покрыта тайной», — сказал Борхес в том позднем интервью. Если не так, литература становится просто словесной игрой. Это плохо. Но если ты чувствуешь, что порой записываешь за Святым Духом, ты можешь надеяться на многое такое, что не зависит от тебя. Ты лишь пытаешься выполнять приказы, произнесенные кем-то и чем-то. Я говорю эти слова с большой буквы. Умирать ему пришлось еще и на французском. В Женеве. В последние дни он стал часто размышлять о будущей жизни, о вере. И поскольку он был настойчив в своих расспросах, жена предложила позвать квалифицированного специалиста. «Ты спрашиваешь, хочу ли я пригласить священника?» «Хочу». И он велел позвать двух священнослужителей. Католика в память о маме и протестанта в память о своей английской бабушке. И отпевали они его тоже вдвоем. Отец Пьер, принимавший исповедь Борхеса, сказал над гробом, что он был человеком полным любви и что за все свои грехи он получил от церкви прощение. Тайком, скрываясь даже от зеркал, он просто плакал, как любой живущий, не думав раньше, сколько я на свете заслуживает поминальных слез. Лицо неведомой ему Елены, невозвратимая река времен, рука Христа, лежащая на римском кресте, соленый пепел Карфагена, венгерский и персидский соловей, миг радости и годы ожидания, резная кость и мужественный лад Марона, певшего труды оружия, изменчивый рисунок облаков, единого и каждого заката, и день, который снова сменит ночь. За притворенной дверью человек, щепоть сиротства, нежности и тлена, в своем Буэнос-Айресе оплакал весь бесконечный мир.
Хорхе Луис Борхес. Элегия.